Шалом, дорогие друзья! Еврейская мудрость говорит следующее. «Не говори на досуге «поучусь», потому что досуга может и не быть». И глядя на темп нашей жизни, мы понимаем, что это правда. Множество вещей претендует на право быть в нашем сердце. Но Бог говорит, что человек, который сокрыл Его Слово в своем сердце, он получает благословение. И я верю, что у каждого из нас есть призвание. И Бог желает, чтобы каждый из нас реализовал себя в этом призвании. Поэтому мы приглашаем вас учиться, мы приглашаем вас углубиться, мы приглашаем вас принести плод. Я верю, что это хорошее, благословенное время. Вы знаете, что такое теория диспенсации или конвентантная теория? Такие хорошие слова, нормально, значит, ну, все хорошо. Значит, есть несколько взглядов на жизнь человечества. Первый взгляд – это теория диспенсации, или вся история человечества, она поделена на определенные периоды. Конвентантная теория – это теория заветов. В общем-то, мы будем рассматривать не совсем стандартную теорию заветов. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, чем она будет отличаться. Условно, мы разобьем всю историю на несколько периодов. Первый период – это от Адама до Ноаха. Уже можно начинать, да? Окей. Первый период – это от Адама до Ноаха. Потом от завета Ноаха до завета Авраама, от завета Авраама до завета Синая, и уже от Синайского завета до Брит Хадаша. В общем-то, и это то время, в котором мы живем, это Новый Завет, Брит Хадаша. Да, что? Еще раз, от Адама до Ноаха, от Ноаха до Авраама, от Авраама до Синая, от Синая до Брит Хадаша. Ну, все же очень просто. Завет Ноаха, завет Авраама, завет Синая и завет Новый. Четыре завета, которые мы будем рассматривать. Немножко мы поговорим о завете Авраама, был ли таковой. И чтобы у нас не было путаницы, мы отдадим вначале некоторое определение. Окей? Нормально, да? Вы слышали такое есть слово Тора? Ну, что оно обозначает? Пятикнижие – это хумаш, да. Это понятно. Что еще обозначает слово Тора? Когда мы употребляем слово Тора, как правило, мы имеем в виду хумаш. Но когда евреи употребляют слово Тора, они не всегда имеют в виду хумаш или первые пять книг. Так, окей. Закон. Да, что еще? Ветхий Завет. Весь Ветхий Завет может тоже обозначаться словом Тора. Также словом Тора может обозначаться и устная, и письменная Тора одновременно. Да? Поэтому, когда мы будем употреблять это слово, что бы оно значило? Ну, вы еще не дали одного достаточно важного значения. Было высказывание устная и письменная Тора одновременно вместе взятые. Завет, ну, это не совсем Тора. Такой простой, очевидный вопрос, да? Ну да, это фундамент, на чем стоит обещание. Но я на самом деле имею в виду вот какую проблему. Вот на прошлой неделе был здесь учитель Волтер, да? Либер. Законно ли или нормально ли выражение Тора Волтера?
А вот на этой неделе вы будете слушать Тору Дмитрия. Нормально, да? В две разных Торы. Ненормально. Оказывается, нормально, а может быть и ненормально. То есть и да, и нет. Как мы общались с Волтером, он мне давал такой ответ хороший, мне он очень понравился. И да, и ну, нет. Одновременно. И нормально, и ненормально. Дело в том, что всегда в Септуагинте слово Тора переведено как греческое слово номос. Всегда. Это понятно, да? А слово номос, соответственно, обозначает у нас одно из значений, мы тут его вспоминали, это закон. Номос это всегда закон. Так вот, Тора не всегда, как мы выяснили, закон, да? Тора, как мы говорили, это может быть Пятикнижие Моисея, это может быть устная письменная Тора, Тора может быть весь Танах, он тоже может быть назван Торой, да? Тора может быть закон Моше, тоже Тора, да? И вот здесь как бы мы множество значений даем. Но когда мы говорим номос, мы говорим всегда одно значение. Какое? Закон. И в связи с этим появляется некоторая путаница. Почему? Потому что Тора это не только закон. Слово Тора, оно имеет более широкое значение. Оно также имеет значение учения. То есть, понятно, да? Учение, основанное на законе Моше, это что? Тора. И поэтому, в общем-то, если я учу, основываясь на законе Моше, то это будет Тора чья? Нет, моя. Это будет мое понимание Торы. Это будет то учение, которое я даю. И когда учил Волтер, это было то учение, которое давал он, и поэтому это была Тора. Вот так. Для евреев это на самом деле понятие достаточно распространенное. Для них это не дико звучит. Это учение этого раввина, это учение этого раввина, а это учение этого раввина. Так нормально звучит, да? Но это будет звучать, это Тора, это раввина, это Тора, это раввина, это Тора, это раввина. Не совсем. Учение. Тора это также учение. Еще раз. Это учение. Ну хотите, назовите то, что я буду делать, это комментарий. Но на самом деле мы-то называем это учение. Я же приехал учить. Если мое учение каким-то образом основано на Писании, это может называться Тора. Тора. То, что сейчас происходит, происходит некоторая ломка между нашим греческим мышлением и иудейским мышлением. То есть вопрос понимания Торы, вопрос понимания Торы, который мы имеем, это всегда номос, закон, в голове. Когда мы говорим более широко, нам уже не совсем привычно. И читая некоторые места из Брит Хадаша, мы будем в дальнейшем просто экспериментировать, изменится их смысл или нет, если мы вместо слова номос поставим слово Тора. Вы будете удивлены. Меняется. Понятно, о чем я говорю? Пока такой легкий завис. К чему все это? Не переживайте. Мы вас приведем куда-нибудь в то место, о котором вы даже не догадываетесь. Итак, нас будет интересовать для начала пару мест из Брит Хадаша. Именно послание Ребе Шауля к римлянам, 4 глава, 15 стих. Не знаю, у вас принято открывать места Писания? Ну, тогда открывайте.
Послание к Римлянам, 4 глава, 15 стих. Потому что номос производит гнев, потому что где нет номоса, нет и преступления. Да? Ну, здесь написано законом. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Понятен смысл выражения? Что-то сложно, какие-то затруднения с пониманием, все нормально? Да? Скажите мне, пожалуйста, когда, или давайте по-другому, о каком законе идет речь? Десять заповедей, все пятикнижье, еще какие варианты есть? А вот ведь тишина, что? Это те, которые меня знают, молчат. Римлянам 4.15. Я оттуда читал. А нет, 5.13 будет, но это следующий стих, который мы будем разбирать. Пока 4.15. Все нормально? Итак, все-таки какой закон? Пятикнижие Моисея, да, ну, некоторые свели это все к 10 заповедям. Синайский закон, ну, сколько там заповедей, кстати? Нет, 613, да, разочарую, их там не 613, но это не важно. Когда-то кто-то пробовал пересчитывать? Кому? Кто? Я сразу предупреждаю, мне на слово не надо. Печально будет все, все будет очень печально. Писанию можно верить. А человеку не надо. Поэтому давайте мы сразу договоримся изначально. Я не буду отвечать перед вами за все, что я здесь успею наговорить. Это просто для начала. В общем-то, я отвечаю перед Богом, а не перед вами. Поэтому я перед вами отвечать не собираюсь за все, что я успею наговорить. Но есть вторая часть. Вы отвечаете перед Богом за то, что вы здесь услышите. О, ваша задача вот все, что я успею наговорить, потом проверить по Писанию, а потом за все это ответить. То есть ваша задача, если это мои слова, то вас они, в общем-то, не сильно побуждают действовать. Да? Но если это слово от Бога, то у вас есть определенная ответственность его что? Исполнять. Поэтому ваша ответственность сводится к тому, чтобы проверить, насколько, в общем-то, те слова, которые я говорю, соответствуют с той книжкой, которая у вас должна, по идее, быть. Понятно, да? У каждого есть своя ответственность. Моя – отвечать перед Богом за все, что я здесь успею наговорить, а ваша – проверить, точно ли это все по Писанию. Я знаю, здесь в аудитории есть молодой человек, который пробовал подсчитать 613 для заповедей в законе. Есть? Да, все показывают дружно. 613 их? Не 613. Я пришел к такому же выводу, что их не 613. А вы посчитайте, узнаете. Пока я утверждаю, что их не 613. Утверждаю я на достаточно простом основании. Потому что если вы возьмете деколог Моисея, или 10 заповедей Моисея, и возьмете еврейский подсчет 613, то выясните, что в декологе их 14. Согласны с этим? Ну, в декалоге 10 или 14? Не, 10. Он поэтому назван декалогом. Их 10 заповедей. Заповедей на скрижалях, которые привез мужик с горы, их было 10. А они насчитывают 14. Согласны вы с 14? А вот потому что они так считают. У них задача была не совсем как бы тривиальная. То, что касается 613 заповедей. Все было достаточно просто. Есть такая штука, называется гематрия. Числовое значение слов. Так вот, гематрия слова Тора
611. Две он дал напрямую непосредственно народу. Итого получилось сколько? 613. Все правильно. Дальше задача сводилась к следующему. Найти в Торе 613 заповедей. Обычно люди сначала считают заповеди и узнают, сколько их там. Евреи поступили наоборот. Они сначала посчитали, сколько их должно быть, а потом начали искать. Понятно, откуда взялась цифра 613. Поэтому вы на всякий случай узнавайте. Откуда же что берется? Итак, вернемся. Значит, мы сошлись к тому, что этот стих, он обращает нас к закону Моисея. Тогда перевернем страницу и прочитаем 5 главу, 13 стих. Потому что и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. 5 глава, 13 стих. Так написано. О каком законе идет речь? А нет. Так о том же или о нет? А? Нет, тут написано, что и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, пока нет закона. Какого закона? Не, я не принял. Я вообще ничего не сказал. Я просто прочитал и спросил. Я вообще здесь не при делах. Я же вас пока слушаю. Я же ничего не говорил вообще. Ну и какой закон? Это какой? Опять Синайский. И до закона грех был. Я же, спрашиваю, до какого закона? Вы же говорите Тора, это вы что? Был грех. Мы не про грех, мы про закон. Внимательно обратите внимание вот на что. Здесь не написано, что грех, что не вменяется. Я правильно понял? А в предыдущем стихе, который мы смотрели, 4.15, написано, что где нет закона, нет и, извините, преступления. Значит, другими словами, у нас был некий период в жизни человечества. Я просто проиллюстрирую, что вы тут успели наговорить, чтобы вы сами поняли. Это все достаточно просто. Некий период в жизни человечества от сотворения, как вы сказали, до закона или до Торы, грех не вменялся, да, и не было преступления. То есть вот некий период. Я правильно понимаю? Подождите, вы же только что все это наговорили. Нет, извините, вот этот период назывался 10 заповедями Торы. Я же не возражаю. Послушайте, я вас спрашивал все время об одном и том же. Читая 4, 15 и 5, 13. Я вас спрашивал, что имеется в виду под словом закон. Какой тогда закон вы имеете в виду? Сейчас закончу. Я прошу прощения. Это тогда к Торе. Тоже слушай, Израиль? Окей. Закон Ноха. Вы говорите, что был некий закон вот здесь. А здесь звучит мнение, что был еще некий закон. То есть вы плавно поменяли свое мнение, пожалуйста. Нет, у меня мнение такое, что вот когда Господь сказал о том, что можно, а что нельзя в Эдемском саду, то есть Слово Божье это и есть закон. Окей. С самого начала. Микрофон. Еще раз, это важное замечание,
Возможно. Значит, у нас есть несколько вариантов, да? Замечу, просто вы начали определяться с вариантами, когда зашла речь о наказании. То есть стало очевидным, да, что было наказание. Ну, да, дело в том, что наказание было то, что Господь сказал, что сейчас вы будете, после того, как вы нарушили мой закон, скажем так, что нельзя, что можно, то тогда ребята на землю и решайте свои проблемы сами, грубо говоря. Ну, нужно сказать, что это не единственное наказание, которое последовало. Если мы посмотрим на историю Каина и Авеля, то Всевышний обращается к Каину и говорит: послушай, дружище, грех лежит, но где нет закона, нет и понятия греха. Ну, так мы говорили. Где нет закона, нету и наказания за грех. А мы знаем, что Каина, извините, наказали? Угу. Наказали. Дальше мы смотрим поколение Ноха. Ну да, тоже наказали. Но вот с поколением Ноха еще сложнее. Дело в том, что формализованного закона-то нету, а наказание есть. Когда мы говорим о Эдемском саду, есть заповедь, да? Она, к сожалению, каким-то странным образом, по стечению обстоятельств, не была оформлена, да? Как заповедь. Он сказал: так, иди сюда, это закон, я говорю. Он просто сказал: слушай, не надо есть, и заодно сказал, чего будет, если съешь. Понятно, да? Обращаясь к Каину, он говорит: грех лежит. И Каин спрашивает: что? Я не понял, а что это такое? Задает он вопрос. Очевидно, он пользуется понятием грех, абсолютно нормальный, понимает, о чем идет речь. Когда мы смотрим на поколение Ноха, ситуация следующая. Бог посмотрел на все это поколение и сказал: всякая плоть извратила путь свой на земле. Извратила. Скажите мне, пожалуйста, а можно ли извратить, не зная стандарта? Оказывается, им был ведом некий стандарт, которому они что? Не следовали. Еще раз. Извращение – осознанное действие, когда человек, зная, как правильно, поступает неправильно. Значит, у них был некий закон. И когда мы читаем первую главу послания к римлянам, там написано, что, в общем-то, со дней сотворение, невидимое его вечной силой божество от создания мира. Что? Видимы? Да, да, вы открывайте первое послание к римлянам. Написано: ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Потому что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Потому что невидимое его вечное сила его и божество от создания мира. С какого момента? Через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Поэтому не было такого момента на земле, когда не было закона. Понятно, да? Поэтому наше автоматическое понимание слова «закон», которое адресует нас к
закону Моисея или закону Моше, оно не совсем корректно. Понятно теперь, о чем идет речь? Попробуем дать рабочее определение слову «закон». Это первая глава послания к римлянам. Найдете там. Почитайте, найдете. Первая глава послания к римлянам. Там с 18 стиха и ниже. Закон – предел, положенный свободе воли или действию человека, при нарушении которого наступают последствия. Понятно, что я говорю. Закон – это предел, положенный свободе воли, после нарушения которого наступают последствия. Другими словами, знаете, я приехал в Одессу, мне давали документы почитать. И один из моих партнеров спрашивает, можно ли их подписывать? Я говорю, подписывай. А я вот так вот, ну, пролистал все это дело. Я говорю, подписывай. Он спрашивает, как ты, ну, так быстро определил, что их можно подписать? Ну, вот как можно так быстро пролистать и определить, можно их подписывать или нет? Там не было пункта, чего будет, если не выполнишь. То есть ответственности за невыполнение не предусматривается. Поэтому, говорю, можно спокойно подписывать. Все равно никто ни за что не отвечает. Понятно, о чем я говорю? Поэтому, когда мы говорим о законе, то закон предусматривает и ответственность, мои хорошие. Бог, когда сказал, не ешь, Он сказал, что будет, если съешь. Мы обижаемся, говорим, что несправедливо. Он говорит, послушайте, я что, не предупредил? Я же сказал, не кушай, а то это что произойдет? И знаете, тут какие, ну, люди вообще странные существа, они начинают обвинять во всем Бога. Ну, к примеру, если вы разбирать начнете электрический прибор под напряжением, знаете, что произойдет? Догадывайтесь, да? И это Бог виноват. Если вам сказали, этого не надо делать, а вы делаете, кто виноват? Тут кто делает? Ну, как бы, и Бог здесь, в общем-то, ни при чем. Он говорит, послушайте, есть причина, и наступит что? Следствие. Ребят, не обижайтесь, ну, как бы, есть причина, есть следствие. И если вы шагнете с 9-го этажа за балкон, ну, извините, наступит следствие, и Бог, в общем-то, ну, не виноват в том следствии, которое наступит. Оно вам известно, и вы, в общем-то, выбираете, если вы поступаете таким образом, то вы выбираете и следствие, которое наступит после этого. Когда-то я поехал с моими друзьями из Израиля на Азовское море купаться. Дети были еще маленькие. И моя жена говорит, слушай, они долго в воде, пойди их позови. Ну, мне же не тяжело пойти позвать детей. Ну, что, я встал, подошел к краю моря и смотрю, значит, на моих детей, которые играются. Мне надо было, чтобы кто-то один из них увидел меня. С того, как он меня увидел, я ему сказал, повернулся и иду. И по мере приближения, ну, к той подстилке, где мы лежали, я смотрю на глаза моих друзей. Что-то с ними случилось, с глазами. Я говорю, что случилось? Говорит, они выходят. Я говорю, ну да, я их, в принципе, ну, как бы позвал. Говорит, ну да, и они выходят. Я говорю, ну они хорошо знают, что будет, если они не выйдут. То есть у них свободный выбор между тем, что выйти и получить то, что будет, если нет. Причем я долго уговаривать не буду. Есть закон. И если вы понимаете, что будет вследствие нарушения закона, то чаще всего вы его не будете нарушать. Люди нарушают закон с одной идеей. Может, не наступит? Может, пронесет? В принципе, в жизни иногда проносит какое-то время. Но в отношениях с Богом, ну, не пронесет просто.
Понятно, о чем я говорю? То есть конструкция понятна? Если мы, человек покаялся, Господь прощает ему грехи, это не обязательно, если я так понимаю, если он прощает, то, может быть, как бы наказания за эти грехи уже не будет. Я понял. Хорошая концепция, не рабочая. Объясню почему. Хорошо, окей. Послушайте, давайте, друзья, у нас сегодня первое занятие. Я прошу прощения. Можно я? Можно я? Спасибо большое. Да. Спасибо. Послушайте, мои хорошие, все абсолютно нормально, не за что, в общем-то, по большому счету извиняться. Вы можете задавать вопросы, если они есть. Не проблема. И давайте так. Если у меня будет стоять задача проверить, насколько хорошо вы помните то, что я говорил в прошлый раз, я буду знать, кому мне задавать вопросы. Все, окей. Сегодня у нас первая встреча. Не все были на предыдущих встречах. Мы какие-то вопросы обсуждали. Не все обязаны были присутствовать. И не все обязаны помнить. Было бы неплохо, но что поделать. Итак, концепт, при котором покаяние, способ избежать наказания, не библейский. Этот концепт, он у нас вырос с детства. Мы когда чего-то делали, ну, чего родители не очень приветствовали, и выяснялось, что такие, да, мы это сделали, и родители говорили. И когда мы уже понимали, что сейчас начнется, мы очень искренне начинали просить прощения. Я больше вот никогда вообще не, ну, папа, мама, прости, больше что? А надежда была в чем? Избежать. А понятно, откуда такая, ну, идея возникает, да? Так вот, я могу сразу сказать, что покаяние — это не способ избежать наказания. Они вообще между собой не связаны. Есть причина, есть следствие. Ну хорошо, окей. Девушка, к примеру, сблудила. И, как это ни странно, забеременела. Потом покаялась, должно рассосаться. Ну, судя вашему концепту, оно же должно исчезнуть. Или как? Похоть, зачавшая, рождает грех. Сделанный грех рождает что? Смерть. Ну, что, концепция очень простая. Ребят, при всем при этом мы говорим о части, которая называется восстановление отношений с Творцом и избежание вечной гибели, вечной смерти. Но мы не говорим о том, что Бог обязан устранить все последствия того, чего мы натворили. То есть мы украли, нас поймали, ведут в тюрьму, мы покаялись, Бог должен освободить. Я правильно понял? Да? Должен. Я сразу предупреждаю, никому ничего не должен. Не, еще раз, может сделать, но никому ничего, извините. Ну, он говорит, я вообще как бы... дал вам, да, и никто не дал мне наперед, чтобы я должен был воздать. Ну, поэтому он никому ничего не должен. Все, что вы имеете от него, а он от вас, извините, ничего не имеет, чего прежде не дал бы вам. Итак, понятно, да? Концепция очень непривычная. Ну, мы с детства привыкли, что должны прощать, значит, не наказывать. А тут, в общем-то, вы смотрите на Бога через призму наказания. А это не совсем правильный контекст.
не совсем правильный угол зрения. Если вы смотрите на наказание как на следствие греха, вы правильно делаете. Если вы смотрите на грех как на то, что разрушает отношения с Богом и приводит к определенным последствиям, вы правильно делаете. Если вы смотрите на покаяние как на вещь, которая позволяет вам восстановить взаимоотношения с Богом, вы правильно делаете. Но если вы смотрите на покаяние как на то, что помогает вам избежать наказания, не библейская штука. Еще раз, появляется, появляется вещь в наших рассуждениях следующая. Если мы искренне покаялись, то он должен. Он ничего не должен. Значит, следствия могут наступить, и тогда покаяние не способ избежать наказания. Вот это ключевая мысль. Я не говорю, что Бог не может, да может. Это его прерогатива. Он может освободить, он может сверхъестественным образом вмешаться в обстоятельства, изменить их. И укравшего человека не посадят в тюрьму. И я видел такие вещи. Я как-то приехал в Израиль, там парня должны были судить. В общем-то, седьмой или восьмой раз его поймали, это кража была. А он был на репцентре, он покаялся. Мы молились, его повезли в суд. Но там уже не проходило ничего, ни ходатайства, никакие вещи. То есть его должны были жестко посадить. Приехали, судья не может найти дело. Ну вот того, кого то дело, которое надо, он не может найти. Его судили по другому там раннему делу и отпустили опять на поруки этого репцентра. То есть его не посадили. То есть он пошел в репцентр, как бы закончил потом репцентр, стал служителем. Может такое быть? Может. Но Бог при этом не должен. И каялся он не для того, чтобы Бог освободил его от наказания, а каялся он для того, чтобы восстановить с ним отношения. Ну вот концепция должна быть правильной. Понятно, да? Здесь все разобрались. Для того, чтобы получить прощение, что нужно? Попросить все. Попросили, получили, что? Прощение. Не, еще раз. Моя вера заключается в том, что когда я прошу, чтобы он меня простил, он меня что должен? Без вариантов. Без вариантов. Там так, извините, там так написано. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, чего сделает? И это вопрос его верности и праведности. Если я прошу меня простить, то он чего делает? Но там не написано, что он меня не будет наказывать. И там не написано, что он избавит меня от последствий того, что я успел натворить, и за что я прошу прощения. Там так не написано. Написано, что если, то он простит. Опять. Неизбежимо наказание, а он нас простит. Нам нужно сменить вот этот образ мышления, эту парадигму, когда покаяние – это способ избежать наказания. Вот это вот убрать, и все станет на свои места. Он вас прощает, но последствия – могут наступить, могут не наступить. Я не настаиваю, что они обязаны наступить. Но самого главного последствия точно не наступит, это смерти в вечности. Если мы сосредоточены на этом, все нормально. Некоторые люди говорят, послушайте, если концепция такая, что нету больших и маленьких грехов, и наказание за грех – смерть. А после покаяния, в общем-то, мы лишаемся этого самого страшного наказания. В принципе, тогда можно немного и грешить. Не встречали такого? Я встречал разных умных верующих людей, продвинутые были. Это я на одном молодежном
ретрите. Я был не ретрите, на одной молодежной конференции. Мне там говорят, ну, жизнь. Одно же наказание, смерть. Я говорю, да. Говорит, тогда же, ну, какая разница? Если я покаюсь, я же не умру. Я говорю, не умрешь. Говорит, ну, все. Я говорю, отлично, я забыл только предупредить. Наказание на этой земле еще может быть. Потому что за некоторые грехи предусмотрено наказание не только в вечности, но и на этой земле. И пожать можно еще начиная здесь, под раздачу. Если не боишься, можно попробовать. А если страшно, то лучше не надо. Ну, понятно, да? То есть есть два, есть последствия на этой земле, а есть наказание и в вечности. Ясно, да? То есть покаяние освобождает от наказания в вечности, но не освобождает от последствий греха здесь. И лучше всего смотреть на то, что происходит в нашей жизни, как на то, что корректирует нас. Лучше, когда что-то происходит с вами, задать вопрос, для чего, а не почему. Ну, разных два подхода. Некоторые люди всегда спрашивают, за что? Ну, как Муму у Герасима. За что, Герасим? Что-то вы опять напряглись. Собачку жалко или что? Мы свободны от закона греха и смерти, по закону любви и духа. Да. Поэтому, как... Микрофон. В связи с этим как? Что мы свободны от закона греха и смерти, да. И живем по закону любви и духа. Ну да. И я вам скажу, что а закон же положен не для праведника, а для грешника. Живите по закону жизни, духа и вообще... Какие вопросы? Ну, мы все-таки иногда согрешаем. То есть, когда мы согрешаем, происходит его решение или происходит действие закона? Скажите, пожалуйста, если вы решите разобрать эту штуку под напряжением, что произойдет? Ну, могу разобрать, и ничего не случится. А можете? А может и получится. Кто, он виноват? Нет, я не опытный. Могу быть опытным. Да? Но есть электрики, которые могут и под напряжением работать, а могут и без напряжения. Опытному электрику мы другую задачу поставим. Шагнуть с 9-го этажа за балкон. Ну, если можно, говорится. Как тогда? Парашютом. Не, без страховки. С 9-го, кстати, парашют не поможет. Не успеет крыло, раскрыться. Крыло поможет. Опять, начнем поторговаться или что? Не, ну все-таки есть слово. Дайте определение. Это слово работает, не работает, действует, не действует. Все четко. То есть по закону идет ответ или по благодати? Согрешили? Ну, верующие, истинные, чистые, правильные. Согрешили? Согрешали. По закону и ответите. Но ведь закон не действует. Ну, слово говорит. Но... Где слово говорит, что закон не действует? Мы уже живем не по закону греха и смерти. А, я понял, окей. Если вы откроете обетование Нового Завета, там написано, что закон, он куда-то будет помещен. Иеремия 31 глава, с 31 до 33 стиха. Да? Он же заключил с Домом Израилем и Домом Иуды Новый Завет. Не такой, как был с отцами. И никто... Напишу что? Чего писать-то будут? Писать чего будут там? Так что там написано? Закон? Закон совести. Закон совести еще до этого был. Еще со сотворения. Это вторая глава послания к римлянам. Там написано, что те, которые не были в курсе, будут судимы по закону совести. Так вот, вопрос в чем? Когда мы забываем о том, что там должно быть записано, а помним только, что мы не под законом, а под благодатью, то мы не поняли основной мысли. Мы не под законом, потому что он внутри нас. Мы действительно под благодатью, а закон где находится? Внутри нас, потому что это обетование, собственно говоря, Нового Завета. Понятно, да? Последствия. Послушайте, еще раз.
шагаем за это, все получается. Все равно. Ну вот все равно. Я бы с радостью бы верил так, как вы, поверьте. Мне же так бы было тоже легче. Руки развязаны, делать же хочешь. Но проблема заключается в том, что последствия никто не отменяет. И вы должны знать, что закон, он является для вас территорией безопасности. Это ограждение. А если вы за него переступаете, за это ограждение, ну там как снег, башка попадет. Ну зачем эти неприятности? Лучше туда не ходить. Есть разница, если сознательно, как Каин сделал, то сделал выбор свой, или же он несознательно, человек не понимает. Для верующих Нового Завета? Да. Первое. Первое Иоанна, первая глава, 7 стих. Чего написано? Если как общение друг с другом. Это если вы ходите во свете. То очищает вас кровь Иисуса Христа от всякого греха. Это если вы ходите во свете. А если не ходите во свете? Еще раз, только медленно. Я пытаюсь донести до вас одну простую мысль. Не смотрите на Бога через призму наказания. Смотрите на пришедшие неприятности в вашей жизни как последствия за совершенный поступок. Есть причина и есть следствие. С этой веселой мыслью я вас отправляю на перерыв. Итак, возвращаемся к этой непростой мысли, на которой мы расстались. Взгляд через призму наказания на Бога – это неправильный взгляд изначально. Вы должны понимать, что это взгляд язычников. И основной вопрос, который задавали себе язычники, это как избежать наказания. Все жертвы, приносимые язычниками, были направлены на то, чтобы умилостивить божество. Чтобы что-то получить или чего-то не получить как раз, да, наказание не получить, получить какое-то покровительство. То есть что-то получить. В отличие от этого, жертвы, которые направлялись Богу Израиля, были предназначены совсем для другой цели. Восстановление разрушенных взаимоотношений. Человек, направляющийся в храм, направлялся к Богу и должен был больше быть готов к слышанию, чем к жертвоприношению. Израиль направлялся к Богу для общения. Это то, что забывается, потому что сосредотачивается все на внешней стороне. До сегодняшнего дня, к сожалению, практически ничего не изменилось. Израиль имел две ступени, через которые он должен был пройти для того, чтобы прийти в присутствие Бога. Первая ступень – это была ритуальная чистота. Это понятно, да? Вторая ступень – очищение, да? Или нравственная чистота. Нельзя было пропустить эти две ступени. Можно было умереть. Понятно, о чем я говорю, да? Что должен был сделать еврей, который согрешил? Что должен был сделать?
А? Вступить на первую ступень. Дальше еще какие варианты? Что должен был сделать человек, который согрешил? Принести жертву за грех. Все так думают? Да, отлично. Есть некоторая проблема. Мы не всегда понимаем, что следует за нашими словами и нашими идеями. Как часто нам дается грешить? Ну, мысли, слова, поступки. Ну, не постоянно, мы иногда останавливаемся. У нас есть, в общем-то, промежутки, мы не постоянно это делаем. Но если предположить, что они были, ну, не лучше, чем мы, то им удавалось согрешить тоже, я думаю, каждый день. Предположим, вы жили в километрах 20 от Иерусалима. Догадывайтесь, где вы тогда жили? Ну, в дороге. Если дальше, вероятность того, что вы попадете домой, сокращалась. Понятно, о чем я говорю? Второй момент. Когда вы будете смотреть, ну, на жертву за грех, то вы узнаете, что, в общем-то, по большому счету, она не приносилась за осознанные грехи, не предназначалась для этого вообще в принципе. Звучит странно, но жертва за грех, она не приносилась за осознанные грехи. То есть вы считаете, что вы, в общем-то, когда согрешили, то вы, ну, покаялись, это все равно, что вы принесли жертву за грех. Ну, там это работало совсем по-другому, там была другая жертва. Для начала разговора. Она называлась жертвой повинности. То есть, когда вы осознавали свою вину. То есть, там с другого все начиналось. Начинался процесс, не что, я... Ну, это наше представление, согрешил, зарезал, все нормально. Он там остался доволен. А ему что до этого? Он же сразу предупредил, я не пью кровь козлов и тельцов. И заодно предупреждаю, мясо их тоже не ем. Понятно, да? Сейчас не будем разбираться в тонкостях жертвоприношений, но во всяком случае модель выглядит не так. Что должен был сделать тогда еврей? Совершить что? Да чуву, покаяние, покаяться. Покаяние это был длительный процесс, в общем-то, не моментальный. Он был связан с сознанием греха, отпрощением от греха, принятием решения, исповеданием и выполнением его решения. Вот это как бы чува, это путь. Это не модель каюсь, каюсь, отрекаюсь, Святым Духом наполняюсь. Аллилуйя. Другая немножко модель. Поскольку модель была другая, то люди, в общем-то, старались и не грешить. А поскольку у нас модель, ну, иногда достаточно легкая, поэтому мы ходим периодически по кругу. Понятно, да? Итак, что нужно было покаяться? Ну, в общем-то, по большому счету, тоже, что новозаветним верующим. Но кроме того, что они каялись, они приходили 3 раза в году на поклонение в Иерусалим, и там должны были приносить положенные жертвы. И когда они шли на поклонение в Иерусалим приносить положенные жертвы, они должны были соблюдать ритуальную чистоту, а затем, собственно говоря, и нравственную чистоту. То есть очищать свою совесть. И при всем при этом было понятно, что вот все эти жертвы, они не делали совершенными в совести приходящих. Это понятно, да? Окей. Теперь нельзя было пропускать эти ступени. То есть, ну, если вы не достигали ритуальной чистоты и решили поломиться, принести жертву, могло все плохо закончиться. Понятно, да? То есть, ну, нужно было постепенно приближаться к Богу, соблюдая те законы, правила и постановления, которые, в общем-то, он дал своему народу. Теперь с другой стороны, что мы должны понимать? Они приближались вот так,
А мы приближаемся. Место, куда мы стремимся, это два разных места. Одно. Оказывается, место, куда мы хотим попасть, одно, оно точно такое же. Мы хотим прийти в его присутствие. Только в отличие от них мы идем путем новым и живым. Новым и живым, ну, совершенным. И он единократным приношением соделал нас совершенными в совести. Место тоже, пути, извините меня, разные. Но если вы заметили, я нарисовал и с другой стороны тоже две ступеньки. Первая, другая. Как называется первая у нас? А вторая? Нет. Это ритуальное здесь. А здесь нравственное, и здесь нравственное, а здесь истинное. Если вы не достигаете нравственной чистоты и пытаетесь достигнуть истинной чистоты, то Писание говорит очень просто. Немало из вас больны, и некоторые, извините меня, что делают? Умирают. Понятно, да? Поэтому не стоит пропускать ступеньки, ну, если вы, опять-таки, не хотите умереть. Мы стартуем совсем с другой ступени, нравственной чистоты, приступаем к истинной чистоте. И здесь нужно иметь некоторое понимание, опять связанное с жертвоприношениями, которые делались в Израиле. Для Израиля было естественно иметь причастность к жертве. И для Израиля было понятно, что приносит прикосновение к мясу жертвен за грех. Именно за грех. Что приносит? Очищение. Я понял. Причастность к жертве за грех. Но прикосновение к жертве приносило очищение. Это 6 глава книги Левит, 27 стих. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И это было понятно. Источником чистоты и святости был жертвенник в Израиле. Все, что прикасалось к жертвеннику, оно что? Освящалось. И то, что было освящено, оно приносило освящение тем, кто кушал это. Иешуа, оставляя заповедь своим ученикам, он оставляет эту заповедь без изменений. Он не говорит о том, что это Новый Завет. Внимательно прочитайте, как проходила Тайная Вечеря. Он говорит, это есть тело мое за вас ломило. Это есть жертва за грех. Когда вы берете мясо жертвы за грех, что происходит? Вы освящаетесь, очищаетесь. Он оставляет нам совершенную жертву, свою жертву. И он говорит, это делайте, и тогда через это вы что будете? Освящаться. Почему? Потому что вы прикасаетесь к его телу, которое есть жертва за грех. Если вы не будете этого делать, то вы будете как? Очищены, освящены. Получится у вас что-нибудь? Ну, навряд ли. Потому что вы не имеете части в жертве. Понятно, да? Второй момент. Когда он берет чашу, он говорит, это есть кровь. Да? И это есть Новый Завет в моей крови. Только у чаши он говорит, что это Новый Завет. Почему? Потому что раньше было нельзя. Был известен принцип, что жизнь находится где? В крови. И что кровь употреблять нельзя. Он говорит, а вы хотите иметь мою жизнь в себе?
Если вы хотите иметь его жизнь, то вы должны употреблять, соответственно, его кровь. И это есть Новый Завет в его крови. Ну, понятно, да? В общем-то, не до конца понимая системы жертвоприношений, данной Богом своему народу, мы не всегда понимаем в полноте, что же происходит, ну, с нами в Новом Завете. Итак, они приходили сюда, и мы приходим сюда. И сколь превосходней жертва, столь превосходней очищение и освящение. Мы прикасаемся к совершенной жертве, имеем совершенное очищение и очищение и освящение. Но не стоит пропускать ступени нравственной чистоты, покаяние в наших грехах. Мы должны быть судимы самими, чтобы не быть потом судимы с миром. Понятно, да? Ну, как бы модель достаточно простая. Понятно, да? И явно не похоже на способ избежать наказания. Понятно, о чем идет речь? Явно не похоже на способ избежать наказания. Она говорит о восстановлении взаимоотношений, о пути к отношениям, а не избежанием грехов. Мы ищем отношения, а не пытаемся умилостивить Бога. Опять, если мы откроем книгу Левит, первую главу, мы столкнемся с непонятными стихами. «И воззвал Господь к Моше и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота принесите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, если жертва его есть». Вот это очень непонятное выражение. «Если жертва его есть». Что-то понятно, не? Это честно, непонятно. Послушайте, для того, чтобы понимать Иешуа, сидящего за столом, преломляющего хлеб, говорящему «это есть», что он сказал? «Это есть». У всех за тем столом было хорошо с мозгами и головой, они понимали, это маца. Понятно, о чем я говорю? Они хорошо видели, что происходит. Он взял в руки, что? Но он говорит, это есть. Я только что прочитал это выражение. Если жертва его есть, а если не есть, то она и не жертва. Если есть жертва, тогда она мужского пола, без порока, приведена во двор скинии собрания. Если это жертва. А если, извините меня, это не мужского пола, то это жертва? Это не есть. А если не к скинии собрания, а за сарайчиком? Нет. То есть она есть жертва, при соблюдении абсолютно четких условий. Тогда это есть. И это важный вопрос, потому что Писание говорит, послушайте, ребята, вы едите не различая. Ну, кто проводил пасхальный седер, знает вопросы маништана, чем отличается. То же самое. Фу. Мы каждый день едим мацу, но вдруг это уже не маца. Это есть тело его. И он говорит, вам нужно различать, потому что если вы не будете это различать, в вашу жизнь придут определенные сложности. Не надо. Вам нужно это различать, потому что это есть. То же самое, когда священник объявляет кого-то чистым или объявляет кого-то нечистым. Вещи становятся такими, как они есть. Они такими, как они кажутся. Понятно? Нам кажется, что это маца и маца. Но лучше ее верующим есть,
только если он себя проверил и привел в порядок. А неверующим лучше вообще не есть. Ну да. Итак, продолжаем. Дальше, в общем-то, весьма любопытный отрывок. Если жертва его всесожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы обрести ему благоволение перед Господом. Он это делает для того, чтобы обрести что? Благоволение. В нашем восприятии благоволение – это часть, что мне потом будет хорошо. Ну так мы понимаем. Если он ко мне будет благоволить, то у меня жизнь удалась. Если благоволить не будет, то, ну, соответственно, да. Только проблема заключается в том, что благоволение его направлено в настоящее, а не в будущее. Согласен. Читаем дальше. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение. Извините, жертва живая? Нет, еще раз. Возложит руку на голову. Следующий стих и заколет. Это следующий стих. А возложит руку на голову, она какая? Живая, здоровая, еще все хорошо, дышит. А благоволение он, извините меня, уже что? Да. Вот дает. Непривычный порядочек вещей. Было бы нормально, если бы зарезали. Ему понравилось и приобрел. А тут же вопрос возложит, а уже приобрел. Как это? Идея жертвы несколько по-другому начинает выглядеть. Не? Понятно, да? И приобретет он благоволение в очищении грехов. Извините, в будущем? Ай! Как в будущем? Еще раз. Приобретет он благоволение в очищении грехов. В будущем? Возложит руки и приобретет. Приобретет — это настоящее или будущее? Настоящее. И приобретет. Настоящее. Возложит и приобретет. Жертва жива, здорова. Да, а благоволение он уже приобрел. И не в будущем, а в настоящем. И вы знаете, посредством чего? Вы не поверите. Вещь называется вера. Другого способа нет. Только поверь. Ну, жертвоприношение непосредственно связано с верой, потому что без, в отсутствии веры вообще это глупое занятие. Ну, просто безумное занятие. Если вы не верите, приносите что-то в жертву. Ну, зачем? Все. Потерянные деньги и время. Ничего не получаете. Понятно, да? Ну, кстати, приходящий все там делал. Обычно, ну, среднестатистический верующий думает, что всем занимался священник. Ну, что ж, ну да, когда написано, что он заколет. Ну да, он заколет. И он же и разделает, и он же вымоет. Ну, там почитайте. А священник просто все вложил на этот самый, на жертвенник. У него другая задача была. Разжигать огонь, вложить все на жертвенник. Понятно, да? Что потом? Вы же начинали с того, что благоволение будет потом. Нет, это я сказал, что вы так думаете. А там настоящее все. А, ну извините. Я тогда буду более тщательно выяснять, что вы сразу понимаете. Это тогда впереди, не переживайте. Итак. Несколько нестандартный процесс. Но опять-таки, связан ли он каким-то образом с избежать наказания? Никакие. Вообще наказание живет отдельно. Когда вы приходите в присутствие Божье, то что вы ищете? Бога или избежать наказания? Тогда вы не его ищете.
Ну, тогда вы просто не его ищете. Понятно, о чем я говорю? Иногда проблемы. Иногда, да. Ну, можно повторить? На бис, так сказать. Ну-ну. Мне кажется, что как бы закон-то и работает как бы на страхе. На страхе, допустим, от того, что ну, если ты согрешил, то ты как бы отодвинулся от Господа, да, ты его не видишь, ты ну, лишился его каких-то ну, отношений с ним. То есть здесь ну, вот такая вот штука. Я не возражаю. Хочу узнать ваше мнение. Я не возражаю. Со страхом. Как со страхом. Как работает, да, в отношении с законом. То есть, если ты нарушаешь мой закон, значит, я тебя отдаляю от себя. То есть, как бы, а если я люблю Господа, я хочу быть с Ним. И вот эта вот мысль внутренняя страха, что я от Него отдалюсь, вот меня как бы держит, чтобы я не совершал какие-то нехорошие поступки, грехи. Вот это моя мысль. Во-первых, я могу вам сразу сказать, вы не переживаете процесс отдаления. Грех разрушает отношения. То есть, ну, нету там процесса. Вот так вот. И все закончилось. То есть, отношения... Это хороший страх. Но дело в том, что он не всех держит. Знаете, был такой... Раби Йоханан бен Закай. Мысль до конца выскажите. И тогда вот еще раз на бис. Вас будут на бис просить каждый раз, когда вы не в микрофон. Ну вот я хотел бы услышать ваш, скажем так, комментарий к Торе по поводу отношения вот закона и страха. Вот страх. Как здесь вот работает. Эта вещь. И как работает ли она вообще? Работает. Существует страх, или нет? Страх вообще работает так? Я вам расскажу такую историю. Окей. Я вам расскажу такую историю. Был такой Рави Йоханан бен Закай. И его ученики перед смертью просили, чтобы он дал им напутственное слово. И он сказал, говорит, желаю вам, чтобы вы боялись Бога хотя бы так же, как вы боитесь людей. Ученики ему говорят, слушай, ну, говорит, Бога надо же бояться больше, чем людей. Он говорит, да, только перед людьми вам стыдно что-то делать, а перед Богом. Я ответил каким-то образом. Это высокая материя, конечно, боязнь Бога, потерять отношения. Ну, слушайте, мы людей иногда боимся больше, чем Бога. Это раз. Это раз. Второе. Когда мы смотрим закон Синая, нужно понимать, что на тот момент времени Израиль был в детском состоянии, и закон, соответственно, был кем? Детоводителем. То есть через что-то воспитывал. И, в общем-то, ну да, мы можем сказать, что были последствия нарушения закона. Ну, была какая-то причина и следствие. Когда мы были маленькими детьми, у нас были запреты в доме? Да, и кроме запретов были, что у нас еще? Сильно вас наказание останавливали? Иногда да, иногда нет. Ну, в общем-то, по-разному. Все равно была идея нарушить запрет. Может быть, детский, да. Потому, ну, что тут. Но отец, который давал, ну, или родители, которые давали свод правил, которые были у вас в доме, они, в общем-то, руководствовались одним принципом. Свод правил был разный, принцип. Один. Принцип не навредить, а свод правил был
Ну, в общем-то, разные, да? В зависимости от того, где вы жили, как вы жили, что было у вас в квартире или нет. Ну, к примеру, ну, если у вас не было электрической плиты, то вам не говорили, не трогай электрическую плиту. А людям, которые жили с электрической плитой, не говорили, не зажигая газовую плиту. Ну, понятно, да? То есть перечень оборудования электротехнического и газового в доме определял перечень запретов. Да? Но принцип при этом изменялся? Нет, не навредить. Родители всегда этим принципом руководствуются. Я вам скажу больше. Они, в общем-то, давали вам эти запреты на определенное время. То есть не навсегда. Ну, мама с папой говорили, не трогайте утюг. И вы до сих пор нарушаете. А, перестали. Так что, запрет перестал действовать? А, я вам объясню такую штуку. Вот тот запрет, он никогда не перестанет действовать. Еще раз объясню. Я объясню, в чем мысль. Они же давали запрет для того, чтобы вы не прикладывали эту штуку к различным частям своего тела. Они же не потому, чтобы вам нельзя было гладить, а не потому, чтобы вы просто с 10 лет вы способны были понять, как этой штукой пользоваться и чего делать не надо. На самом деле, из-за чего был дан запрет. Но когда вы были младенцами, вам было тяжело объяснить, ну, проще было сказать, нельзя. Ну, так проще. Понятно, да? Ну, еще присовокупить к этому определенное наказание. Понятно, да? Последствия, они имеют определенные страх. Но по мере взросления у вас появляется другая часть. Не делать для того, чтобы не обидеть или не огорчить. Понятно, да? Но это возможно только после определенного возраста. Да. Да, да. Но это свидетельствует о вашем возрасте. Поэтому, когда приходит духовный младенец, ему надо дать ряд того, что зя или нельзя. Ему нужно дать определенный закон. Но когда он начинает возрастать, то родители мечтают подготовить своих детей к самостоятельной жизни. А для того, чтобы они жили самостоятельно, им нужно дать принципы, а не свод правил. Понятно, о чем я говорю? Самостоятельность наступает, когда ты руководствуешься принципами, а не правилами. Итак, руководствуясь принципом, вы можете пользоваться утюгом? И нормально. А если вы не поймете принципа, то вам надо будет давать постоянные правила, как это делать, чего не делать. А можно утюг поставить на эту штуку? Вот можно утюг поставить на стол? А если вот так, да, а если вот так, нет. Тогда надо инструкцию. А на металлическую подставку можно его ставить? Можно и так, опять инструкцию. Пока не поймете принцип, вам нужно все время правило на правило, закон на закон, постановление на постановление. Ну, в общем-то, процесс законотворчества в иудаизме до сих пор не закончен. Что обозначает принципы, вы не поняли? На самом деле, принципы вы не поняли. Послушайте, да и тогда, в общем-то, когда Иешуа приходил, не очень-то они их и понимали. Почему? Евреи. Что тут можно еще добавить? Ну, евреи. Шо? Нет, не поэтому.
Вернемся. Вернемся. Итак. Ответил в какой-то мере? В какой? Я не претендую. Ответы да и нет меня тоже устроят. Да, пожалуйста. Затронули тему благодати. Угу. Вам под благодать. Если правильно, чтобы я понял и поставил точки, над, смотря на схему и зная то, что как Старый Завет работал, как работала Тора, угу. то мы видим, что процент, может, был, но несмотря на грех человека, всегда были последствия. Всегда. В основном. Не, уже появляется дополнительно. Всегда, а потом хорошо. В основном. Я насколько читал и видел, что угу. были последствия. Скажи, за пожалуйста, грех. Скажи мне, пожалуйста, Давид убил. Были последствия? Был. По закону? По закону были последствия? Ну, по закону вы должны были убить. Давид женился на своей жене вторично. По закону? Нет. Были последствия? Да. По закону были последствия? Давид прелюбодействовал. По закону были последствия? Все были, но по закону ли они были? Я ответил каким-то образом? Я чуть-чуть о другом говорил. Последствия всегда будут, и они всегда будут, в общем-то, исходить из милости. Ну, то, что я хотел сказать, многие люди на сегодняшний день говорят, христиане, что несмотря на грех, который мы делаем, мы живем под благодатью. То есть, не всегда... Ну, в основном люди говорят, что ну, Бог прощает, Бог. Если мы смотрим правильно, по правильному макету, uh-huh. правильно, то благодать заключается в том, это благодать и милость, заключается в том, что Бог может не наказать. Но это и есть та благодать, вот это вот. А в основной, как бы мы живем по закону, по сегодняшний день. Я вам скажу такую вещь, что невероятная благодать, явленное человечество, прежде всего, заключается в искуплении всего человечества. Бог искупил для себя все человечество единократным приношением. Вопросы веры мы оставим в стороне, потому что и тогда нужна была вера, и тогда, в общем-то, путь для язычников был открыт. Но вот это то, чего не было точно, благодать. Вот эта благодать, спасающая, искупляющая, она произошла через Иисуса Христа. Когда мы смотрим в Тору, Танах, мы видим примеры милости и благодати Божьей. Мы видим. И нужно понимать, что глядя в Новый Завет, мы можем видеть строгость Бога, по отношению к новозаветним верующим. Ну, к примеру, Анания и Сапфира. Извините меня, они умерли достаточно быстро. А где же благодать, Новый Завет, где же милость? Он говорит, кстати, я хотел тебя спросить, ну, это уже у жены, да? За такую ли цену? Да, говорит, вот ребята вернулись. Как раз за тобой сейчас, и тебя вынесу. А где же благодать и милость по отношению к верующим Нового Завета? Этого мы как-то не видим. Да? Но послушайте, Бог, Он неизменен. Он любящий Отец, но Он Творец и Судья праведный и справедливый. Это неизменяемые качества. Он всегда был. И вот эта книжка, которая разделена условно на две части, она неправильно разделена. Потому что первая часть, которую мы берем, она содержит историю прошлого, да?
Содержит она историю прошлого? Содержит часть пророчеств, которые исполнились? Содержит часть пророчеств, которых еще не пришло время исполниться? Да? А вот эта часть, которая поменьше, она содержит истории прошлого? Содержит часть пророчеств, которые исполнились? Ну, содержит часть пророчества, которое не исполнилось. Извините, а чем они друг от друга тогда в принципе отличаются? Но одна часть названа новой, а другая уже, И мы будем говорить, как раз у нас тема заветов, поэтому мы будем говорить, что же там нового было, чего не было, и какие же заветы были. И мы будем выяснять, сколько же заветов мы знаем, и вообще, чем они друг от друга отличаются, как входили в заветы. Что происходило при нарушении завета. Мы будем рассуждать на эту тему. Но что я хочу сказать? Мы видим... Уточните один момент, пожалуйста. Вот часто говорят, что нельзя новым объяснять вет. Еще раз. Существует вопрос, вернее, говорится, есть такое понимание, что нельзя Ветхий Завет объяснять новым Заветом. А почему? Или это шутка? Я вам скажу, когда-то мне один мой еврейский товарищ неверующий сказал, был иудей, он говорит, я готов подписаться под большей частью Нового Завета. Я говорю, в смысле? Он говорит, послушай, большая часть он состоит из цитат Танаха. Какая проблема? Еще раз говорю. Я повторяю. Большей частью он состоит из цитат Танаха. Есть какая-то проблема? Есть такое высказывание, что мы не понимаем, мы не можем понять Ветхого, пока мы не будем знать Нового. Правда или нет? Наоборот, точно так же справедливо. То есть и то справедливо? Конечно. Послушайте, это слово Бога. Если вы не понимаете какой-то его части, то вы не понимаете всего слова. Микрофон. Я еще раз просто дам. Скажите, пожалуйста. Я просто думаю, что... Сейчас, секундочку, я объясню. Скажите, пожалуйста, я произвольно открою и спрошу вас, если вы не понимаете этого, то вы хорошо понимаете все? Если не понимаете этого, то вы хорошо все понимаете? Вам нужно понимать часть или все? Для того, чтобы понять Бога, вам нужно понять все? Это же все его слово. Поэтому тешить себя надеждой, что хорошо разбираясь в этом, вы автоматически будете разбираться хорошо в этой части, не приходится. Вам надо знать и то, и другое. Желательно в равной степени. Если не получается, начинайте снова. Вот так будет проще. Быстрее. Я думаю, что просто говорят не то, что нельзя, читать там. Новообращенным советуют больше читать Новый Завет. Потому что говорят, что старый просто не поймете. Вот я думаю, вот это имеется в виду. Послушайте, есть определенный стереотип. Мой хороший. Эта книга, она не очень стандартная. И если мы говорим о новообращенных, да, действительно, я всегда советую начинать читать вот с той части, которая потоньше, и при всем при этом не с Евангелия от Матфея, а с Евангелия от Марка. Самая маленькая Евангелие от Марка. Его быстрее можно прочитать. Если мы говорим о пути прихода к Богу человека, я вам расскажу такую историю. У меня была одна знакомая, она пришла ко мне с просьбой. Она говорит, помоги мне, пожалуйста, пройти гиюр. Обращение в иудаизм. Она знала, что у меня есть отношения с раввином, и она просила мне устроить эту встречу и помочь ей стать на путь гиюра. Женщина была адвокатом, и она выступала, в общем-то, в некоторых процессах с баптистами. Она защищала интересы баптистов. Как вы думаете, они ее евангелизировали? Поверьте, она бесплатно это делала. Защищала она их бесплатно. И я, в общем-то, знал всю эту предысторию, и я ей сказал, слушай, давай мы с тобой поступим следующим образом. Мы с тобой начнем читать Библию вот с этой
части, которая, ну, понятно, непонятная. Ну, ты же готовишься пройти, хочешь пройти гию. Когда ты прочитаешь и будешь понимать более или менее смысл, захочешь, я тебе устрою эту встречу. Условия были очень простые. Она читает 7 или 8 или 10 глав, я не помню. Ну, определенное количество глав, мы встречаемся раз в неделю, она задает вопросы, я ей на них отвечаю. Я могу задать ей какие-то вопросы, ну, и она может мне попробовать на них ответить. Вот так мы встречались. До Левита мы не дошли. Она в один момент приходит ко мне и говорит, ну давай уже каяться. Я говорю, подожди, еще же нам читать и читать. Она говорит, слушай, уже не могу. Слово Божие живо и действенно. Извините, оно живо и действенно, начиная с бытия. Человек обличается во грехах, начиная с бытия, а не с Евангелия, от Матфея или от Луки. Или, да. То есть Слово Божие живое действие. Но если вы приводите к человеку к чтению Писания и направляете грешника в сторону размышления о грехе, спите спокойно. Дух Святой справится с этой задачей, он для этого пришел. Для того, чтобы обличить. Ну, это его задача. Моя задача просто сказать, иди в ту сторону, там тебя уже ждут. Если я начинаю обличать о грехе, если я начинаю сыпать цитатами, кроме раздражения, неприятия, ничего не возникнет. Заканчивая эту историю, я могу рассказать. Я тогда начал клуб «Изучаем Библию вместе». Достаточно быстро этот клуб вырос где-то до 80 человек. Знаете, с какой книги мы начали читать? Нет, с бытия. Ну, с бытия, зачем? Ну, это же было для всех, поэтому мы начали с бытия. Люди стояли в очереди. Зал был только на 20 человек, поэтому желающие стояли в коридоре, ну, эти выходили, ну, вот такое там было. И у меня работал один пятидесятнический пастырь, который страшно возмутился. Говорит, почему ты начал изучать не с Евангелия? И вот этот клуб рос, люди приходили, ну, все было хорошо, но потом мне надо было уезжать из Донецка, и я передал все это мероприятие пятидесятническому пастырю. Закончилось все за месяц. Он начал разбирать, догадывайтесь, да? Ну, начал им проповедовать. Они пришли для того, чтобы изучать Библию, а не чтобы кто-то им проповедовал. Поэтому, ну, иногда помогите людям узнать Библию, узнать, увидеть Бога в Библии, а не проповедуйте им. И проповедь хорошая вещь. Ну, просто пусть Бог даст вам мудрость. Проповедовать прежде всего своими делами. А если будет необходимо, тогда использовать даже слова. Ну, как-то вот так. Такая еще одна веселая идея, с которой можно отправляться на перерыв. Закон Творца. Любое слово, обращенное к творению, которое полагает предел поведению или мыслям творения. И нарушение закона приводит к определенным последствиям. Когда мы смотрим на то, что произошло в Эдемском саду, прежде всего нам нужно открыть в Бытие 2 главу 17 стих. Бытие 2, 17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь его, смертью умрешь». Я предупреждал, что я буду задавать неудобные вопросы. И поэтому у меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста,
Я для начала лишу вас возможности использовать технический термин «духовно». Это понятно, да? Есть некий технический термин, который мы используем. Духовная смерть. Слышали вы такую? Ну, то есть, если вы выйдете сегодня на улицу и начнете рассказывать про духовную смерть, люди, проходящие на улице, вас искренне не поймут. Это понятно? Окей. Поэтому я предлагаю исключить из нашего разговора технический термин «духовная смерть». Понятно, да? Тем более, что в Библии мы такого термина не встречаем. Это понятно? То есть, если вы можете найти, покажите мне, мы будем его использовать. Но поскольку его в Библии нету, поэтому в этих размышлениях я предлагаю его тоже исключить. Готовы? Скажите, пожалуйста, Адам умер? Я не просил вас сказать в итоге. Я прошу прощения. Там написано, в тот день не умер. Я правильно понял ваш ответ? Да. Вот проблема заключается теперь в том, что вы не имеете библейского понимания слова смерть. Еще раз. Я прошу прощения. Уместно было бы немножко раньше. Это первое. Второе техническое замечание. Что вы подразумеваете под словом смерть? Ну, конкретно вот в этом местописании отношения с Богом, то есть прекращение отношений с Богом. Где-то там такое написано? Нет. А что вы тогда имеете в виду? Что такое смерть? Близость с Богом. Смотрите, Новый Завет нам дает очень простые иллюстрации. А вас, мертвых по грехам и преступлениям вашим, Бог... Упс. Оказывается, живой, здоровый человек, он был каким? Мертвым. Ну, история о блудном сыне, да? Был мертв и ожил. Пропадал и... нашелся. Есть некоторое понятие слова смерть, отличное от физической смерти тела. Потому что, в общем-то, в большинстве религий мира смерть физического тела – это состояние перехода, на которое особого внимания не нужно обращать. Понятно, да? То есть, это переход, дверь. Ну, вы сильно будете обращать внимание на дверь, когда вы будете уходить? Сильно, нет? Нет, поэтому это не важная часть. Глянули и пошли дальше. То есть, вы же не будете возле нее стоять, жить. Вы же все равно прошли, она же для того, чтобы через нее пройти. И, в общем-то, все на этом заканчивается. Теперь обращаю ваше внимание на ниже следующее. Бог говорит «мот тамут». «Мот тамут». Это два понятия, которые Бог использует по отношению Адама, которые с ним произойдут вследствие того, что он скушает. Это смерть и смертность. Войдут в тебя. Смерть и смертность. Оказывается, смертность это одно понятие, смерть это другое понятие. В синодальном переводе написано смертью умрешь. Ну, как-то странно вообще звучит. Да? Чем же еще можно, извините меня, умереть? Смертью-то и умирает. Но здесь написано смерть и смертность войдут в тебя. Другими словами, знал ли Адам до этого смертность? Знал ли он смерть? Свойственно было ли его природе это? Нет. И здесь мы подходим к одному из фундаментальных понятий, понятию первородного греха.
Слышали про такое? Ну, заодно и про вашу грешную природу. Ну, в общем-то, в христианстве основных четыре точки зрения на понятие первородного греха. В иудаизме это вообще отсутствует. Я больше склонен к мнению иудаизма. Объясню почему. Действительно, вследствие греха природа Адама что делает? Меняется. И его дети рождаются с измененной природой. То есть, ну, они имеют другую природу, чем была первоначально у Адама. То есть у Адама природа изменилась, и, соответственно, рожденные дети наследуют ту природу, изменившуюся, которая у него уже была. Другими словами, они подвластны чему? Смерти, но они подвластны греху. С точки зрения первородного греха, то есть они имеют некий ущерб в этом плане. Я правильно понимаю? Ага. Тогда, извините меня, как понять Бога, который говорит, ты властвуй над ним. И говорит, это Каин. Имел ли Каин власть над грехом? Ну, если Бог говорит, ты властвуй над ним. Он вот там лежит, собака злая. А ты что? Властвуй. Ну, с точки зрения нашей, ну, изменившаяся грешная природа, первородный грех, он уже ж мог властвовать или нет? Ага, Писание говорит, извини, дружище, твоя ответственность, ты властвуй над ним. Ну, поэтому иудейское восприятие несколько отличается от общепринятого. Но я же говорю, в христианстве не все так просто с понятием первородного греха, как это кажется на первый взгляд. Очень все непросто. Поверьте, очень все непросто. Итак, нас это в меньшей степени касается, на чем я хотел сконцентрировать наше внимание. Что Адам не спрашивает у Бога, а что такое смерть. Соответственно, и не спрашивает, что такое смертность. Хотя физически он не знаком был ни с тем, ни с другим понятием. Понятно, что я сказал? Окей. Нужно учитывать, что Адам, он изначально не проходил тот путь, который проходили все мы. Все люди на земле, они шли одним путем. Адам шел отличным путем. У него не было процесса роста. Он не был сначала маленьким, а потом он не рос. Соответственно, он получил весь набор своих знаний одномоментно, а не путем проб и ошибок, которым шли мы. Для того, чтобы нам понять, что такое горячее, нам было надо что-то потрогать. Ему не надо этого было. Ну да. Он создан был идеально и наделен определенными понятиями одновременно. Это был уникальный человек. Ну, понимаете, задачу, назови всех животных. Ну, я с трудом бы мог бы назвать, честно, вот я так думаю. Я напрягся, назвать бы мог. Проблема в другом. Запомни. Представляете? А он не только назвал, но еще, в общем-то, и запомнил, судя по всему, потому что мы их называем на родном языке точно так же до сегодняшнего дня. То есть я думаю, что нормальный парень был. С головой дружил, все нормально. И здесь нужно понимать некую хитрость, о которой все человечество забывает, и все время хочется им что-то вот обойти этот момент. Узкий. Адам, как вы поняли, не знал, что такое смерть и что такое смертность. Но при этом не мог жить вечно. Звучит диковато, понял, все нормально. Он зависел от источника жизни. Он не был самодостаточным парнем.
технически, если бы он ел от источника жизни, все нормально. Никогда бы не умер. Но отделенный от источника жизни, извините, кино закончилось. Длинное было кино, долгое. Ну, 900 с лишним времени. Нормально, долго. Но все равно умер. Понятно, о чем идет речь? Человек изначально не был сотворен самодостаточным, хотя пытается все время. Мы сотворены таким образом, что мы зависим от источника жизни, который заключен прежде всего только в одном месте, извините меня, в Боге. Если мы отделяем себя от источника жизни, извините, мы уже умерли. А ну да, да. А в аду нет источника жизни, а написано вечное. Правильно. Поэтому концепция смерти – это концепция не конца, а вечности. Не, в аду. И так умерли, в аду оказались, но вечные. Еще раз, только медленно. Есть вечность жизни и есть вечность смерти. И человек выбирает между двумя вечностями. Проблемка заключалась, начиная где-то с 16 века. Технический секуляризм появляется где-то в 16 веке или в простонародье материализм. И тогда отрицается духовная составляющая. И говорится, все в мире прежде всего материально, и вот эти вот все россказни с духом, это все россказни. И тогда технически появляется момент, знакомая картинка, гробик, ну кладбище, могилка, крестик, все хорошо. И это становится... Чем? Ну, все, смерть, конец. Духа нету, значит, смерть это что? Конец. Появляется идея смерти как конца. Понятно, о чем я говорю? Сейчас мы вернемся. Если он останется, он повторится. Еще раз. Идея, появляется идея смерти как конца, а не как идея вечности. И... Вечность, я так понимаю, вопрос был о том, что если вечность, значит, должна быть какая-то энергия. Нет. Вопрос был... Ее нету. Еще раз. Вопрос был очень простым. Ну, если смерть конец, то откуда вечность? Если вечность, то уже не конец. Идея смерти как конца была фундаментальной в этом вопросе. Так, подождите, давайте мы не будем объяснять за человека, который задавал вопрос, в чем вопрос. Давайте ему предоставим эту возможность. Он-то знает, что он спрашивал. Причем я вам скажу точно, лучше, чем вы и я. Давайте его тогда спросим. Я как раз уже получил ответ. То есть теперь я понял, зачем новое тело. Все, видите, оказывается, идея смерти как конца присутствовала в этом вопросе. Я правильно понял? Да. Вот, ну все. Теперь я понял, что у вас возник другой вопрос. Микрофон давать или не надо? Нет. Хорошо. Давай. Легче было объяснять его вопрос, да? Просто у меня тогда вопрос... По поводу ада, если там же, ну, я так понимаю, будет все-таки существовать какая-то, ну, там, жизнь или, как бы сказать, не знаю, существование какое-то, то здесь вопрос, опять же, по поводу этой энергии, которая будет давать нам для того, чтобы мы могли там же существовать, скажем. Значит, где ее брать, эту энергию? Значит, смотрите, я объясню. Во-первых, есть две природы огня. Это очень интересная часть. Знаете, что есть две природы огня?
Одна божественная, другая не божественная. Ну, это Писание нам открывает. А? Нет, это немножко другая история. Нет, это немножко другая история. Нет, не надо пытаться угадывать, я вам сейчас скажу. Бог есть огонь, какой? Поедающий. То есть Божий огонь, он что делает? Уничтожает. Понятно, да? А в аду огонь горит и не уничтожает. Две природы огня. Божий огонь приходит, он уничтожает грех, он очищает нас и приносит освобождение. Больно? Да. Но потом? Хорошо. Огонь в аду, он вечно мучит и освобождение не приносит, потому что он не уничтожает. Понятно, да? Две природы огня. Здесь понятно. Окей. Вопрос существования энергии, как таковой, всегда будет упираться в Бога. Потому что Он сотворил все. Он сотворил все. Все им, для Него и Ему вернется все. И поэтому идея всего поддержания, все держится его словом. Поэтому энергия где будет браться? Все нормально. И он определил для одних вечное место утешения и радости, для других вечное место мучения. Это он определил. И здесь вопрос, какой путь мы выберем. Но выбираем мы, находясь на этой земле. И когда говорится, жизнь или смерть предложил сегодня я тебе, то это сегодня, а не в будущем. Выбор жизни или смерти ты делаешь где? Сегодня. И начинаешь жить когда? Когда ты умрешь? Сейчас. Или будешь мертвым? Всегда. Понятно, о чем идет речь? Для многих идея жизни наступает только после смерти. Это неправильная идея. Потому что на самом деле жизнь с Богом начинается после моего выбора сейчас и здесь, на этой земле. Она начинается сейчас и продолжится в вечности. И если я выбираю смерть, то по грехам и преступлениям я уже мертвый. И это лишь продолжится в вечности. И поэтому, когда мы понимаем, что смерть – это последствия греха, то тогда мы понимаем, что Писание относится к грешнику как к мертвому, несмотря на то, что он живой и здоровый. И тогда вопрос, умер ли Адам, жестко мы получаем ответ, умер. Если мы пользуемся библейским понятием. А потому что мы не пользуемся библейским понятием, мы вводим технический термин духовной смерти. Желая на самом деле объяснить ну, себе и кому-то, что Бог ну, пошутил. Ну, он умер, но не по-настоящему. Ну, как-то духовно умер. Друзья, меня это возмутило пару лет назад. Я понял, ну, для себя, я вел один курс. И когда мне весь класс хором сказал, в классе было больше 30 человек, что дьявол вообще оказался прав, а Бог, ну, если не обманул, то пошутил, я потерялся, потому что они мне сказали, что не умер. Я говорю, ну-ка, я сделал тот же самый прием, я лишил их технического термина на самом деле. Духовная смерть. Да не, он умер нормальной смертью. Нормальной смертью, вот этой смертью он и умер.
тогда, когда он согрешил. И Писание нам говорит только об одной смерти, а потом он говорит, еще говорит, кстати, хочу предупредить, будет смерть вторая. Но ни одна, ни вторая не имеет никакого отношения вот к этой. Ну, к моменту перехода. Писание говорит о смерти, как о смерти последствий греха, и о смерти второй, которая будет вот тогда, когда все будет брошено в озеро Огненное. Понятно, о чем я говорю? И неправильное понимание смерти на самом деле делает ее не такой страшной. Ну, какая-то духовная, непонятная, что это такое. Какая-то игрушечная, не настоящая, духовная. У нас же все, что духовное, оно же не настоящее. Ну, только у супердуховных там все по-взрослому. А у большинства людей, ну, какое-то духовное такое, не настоящее. Не, нормальная, нормальная библейская смерть. И умер он в тот же день. В общем-то, как Бог и сказал. Я не знаю, я думаю, что мы все-таки встретимся с ним и зададим ему вопрос, что он там наделал, потому что я думаю, что он покаялся. Потому что первое Евангелие было провозглашено Адаму и Еве, и я все-таки думаю, что они поверили в первое Евангелие, которое прозвучало. Бытие 3.15. Вследствие того, что они там учудили, Бог им обещал искупителя. Понятно, да? Ну и все, кто жил в то время, до наступления Нового Завета, они все спасались по вере в грядущего Мессии или искупителя. Поэтому я думаю, что мы сможем встретиться с Адамом и задать ему пару глупых вопросов, что он там делал. От какого дерева, во-первых? Яблоко это было или нет? Ну, для начала разговора просто, что это был за плод просто. Скажи, что ты ел, что тебе так вот понравилось именно. Посмотрим, станем ли мы членами его фан-клуба, ну, что это будет там. Я похож на Адама? Ну, в смысле, на человека я похож, Адам это человек, да, я похож в этом смысле. Но я точно там не стоял рядом с ней. Хава была не моя жена. Я рядом там не был, поэтому все это адресуется чуть-чуть попозже, к другой личности. Понятно, да? Ну, я думаю, что мы будем иметь возможность задать все эти вопросы. Если там его не будет, у нас есть тот, к кому можно обратиться, который все знает и точно скажет нам всю правду. Понятно, да? По-любому все вопросы найдут свои ответы, но это чуть-чуть позже. Понятно, о чем идет речь? Технически теперь нужен нам термин «духовная смерть»? Нет, кажется, он не нужен. Пользуйтесь нормальным пониманием слова «смерть». Нормальная смерть, библейская, которая наступает вследствие греха. И это не духовная смерть, это смерть. И Библия называет ее смертью, настоящей такой. Чтоб страшно стало. И если не покаяться, то все будет печально. Поэтому, когда идет речь, там есть определенная путаница, да, со словом смертью, когда она имеет отношение к смерти физического тела, когда она имеет отношение к смерти просто как к смерти. Да? Но точно нету вопроса, связанного с духовной смертью. Понятно, да? То есть это смерть. Есть смерть физического тела, есть смерть. Все. Понятно, да? Поэтому, когда говорится, не все мы умрем, но все изменимся, то имеется в виду смерть физического тела, а не настоящая смерть. Ну, как бы по контексту понятно, о какой смерти идет речь. Ясно, да? Мы можем долго говорить еще об Адаме, но давайте сократимся и скажем следующие вещи. Он согрешил. Он согрешил. И в связи с этим, ну, природа его изменилась, и, соответственно, всех потомков его природа тоже, извините меня, изменилась. Я не думаю, что мы будем отвечать за то, что он там кушал. Я про первородный грех. Мы ответим за то, что мы успели сами сделать. И поверьте, то, что мы успели сделать
можно не вспоминать про то, что он кушал. У нас изжоги от того, что мы успели наделать, уже хватает, судя по всему. Понятно, да? Поэтому идея вообще смерти, родовых проклятий, хорошая идея, особенно если мы хотим переложить ответственность на наших предков. Понятно, о чем я говорю? Слушайте, есть очень счастливая мысль. Вообще мы ни за что не отвечаем, это они гады наделали, мы сегодня отвечаем. Вместо них. По-хорошему, по-нормальному, надо спрашивать, знаете кого? С наших предков. И что можно с этого общества, которое нас воспитало? С окружения, в котором мы попали, вообще, кто поместил нас в эту страну? Он поместил? А что, я должен теперь за это все отвечать? Кто мне этих родителей дал? Что мы проедем? Если можно, один коротко вопрос. Добра и зла. То есть, как нам сегодня, нам нужно познавать добро и зло? Слушайте, вам нужно прежде всего знать, что это неравноценные понятия. Сейчас, секундочку, я не ответил. Мысль не такая простая, как нравится. Проблема заключается в том, что когда мы слышим историю про добро и зло, заодно сразу вспоминается история борьбы добра со злом. Угу. Не вспоминаю? Вы никогда не слышали про борьбу добра? Слышали, но здесь такого нет. Здесь такое есть. Да. Борьба была очень просто короткая. Говорит, видел, да. Говорит, как молнию. То есть. Второе, что мы должны знать, что на самом деле Бог сотворил только добро, и оно спокойно себя чувствует без зла. Ну, вот, добро может чувствовать себя абсолютно спокойно вне зла. Зло не может себя чувствовать без добра никак. Потому что зло – это испорченное добро. Поэтому зло – это зависимое понятие. Добро чувствует себя абсолютно независимо. Может существовать без зла. Это понятно, да? Теперь, следующий момент. Наступит время в истории человечества, когда зла не будет. Будет только добро. Опять будет себя чувствовать абсолютно спокойно. Как-то нормально будет. Все будет добро. Понятно, да? И что не совсем? Скажите мне, пожалуйста, а дерево познания добра и зла было зло? А что ж тут не понятно? Скажите мне, пожалуйста, вот меня интересует, скажите мне, пожалуйста, чашка хорошая или плохая? Хорошая. А если вы выпьете и узнаете добро и зло, чашка стала плохой? Сама концепция есть в ограничении воли человека. Концепция в ограничении воли. Вы не можете реализовать свободу выбора или свободу воли, если ее не ограничить. Еще раз, только медленно. Окей. Я вам даю возможность выбрать, делать добро или зло. А теперь давайте представим, а у вас нету выбора. Не робот. А вы не знаете, что есть добро, что есть зло. Что вы выбираете? А у вас же есть свобода воли, свобода выбора. А что вы выбираете? Ну, нету добра и зла. А что вы будете выбирать? Все. А что все? Как все? Что? Если нет добра и зла, все.
нашел, что... А вам ничего не надо выбирать тогда. Нету, если нет ограничений, нету выбора. Ну да, вас наделили свободой выбора. И если не дать вам выбор, то вы не можете реализовать этот дар свободы выбора. И здесь был дан инструмент, при котором вы могли что-то выбрать, делать вам или не делать. Поэтому дело не в дереве, дело в человеке. Дело не в том, какой запрет, а в том, что вы с ним сделаете. Вы сосредотачиваетесь опять не на том. Надо сосредоточиться не на дереве, а на человеке. Без разницы, чтобы там сидело. И нужно понимать, что когда дьявол приходит и говорит, слушай, подлинно ли сказал Бог, что ни от какого дерева не ешь? Вообще, когда я читаю эту историю, я, знаете, ну это, ну, просто песня. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Он так спросил, как будто бы он был не в курсе дела. Ну, он вообще знал, что им сказали? Он нуждался в этом ответе? Он нуждался в этом вопросе. То есть, а поговорить? То есть, если вас что-то спрашивает дьявол или бесы, знайте точно, они знают правильный ответ. Они спрашивают не для того, чтобы получить ответ. Они спрашивают совсем с другой целью. И тут началось. И сказала жена змея. Плоды с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Кстати, она добавляет не прикасайтесь. Прикасаться можно было. Ну, по тексту. Ну, немножко изменила. Там целая полемика относительно того, за что они пострадали, за то, что не добавили. Поэтому раввины до сих пор добавляют и думают, что они не пострадают. Почитай, это ну, как бы, если встретите, интересно будет. И сказал змей жене, не умрете. Что он говорит? Не умрете. А? Брешет злой. Не, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть до этого человек не знал, что такое добро и зло. Но значит ли это, что добра и зла не существовало до этого? Еще раз, поскольку уже был Люцифер, то уже существовало к этому времени добро и зло. Но люди не знали зла. Люди не знали. Но было дерево, которое показывало разницу между тем и этим. Но они же видели. То есть все это же было на их глазах. То знали они? Откуда? Еще раз. Да, и откуда зло было? Откуда? Не, еще раз. Оно изначально было совершенным. Еще раз, смотрите простую вещь. Он изменился, конечно, но это был его выбор. Ну, конечно. У ангелов есть выбор. А вы же не знаете, что куча последовала за Люцифером? А чей это был выбор? Слушайте, у Люцифера был выбор. Да, и у ангелов других был выбор. Нет. Непослушание, еще раз, непослушание рождает зло. Писание очень просто говорит, что оно рождается. То
То есть его не было. Похоть, зачав, рождает что-то. То есть, если ее нету, то нету и рождения этого. Ему не надо его создавать было. Извините. Здесь получается все из желания человека. Неправильного желания человека или ангелов. Похоть. То есть она рождается в человеке и начинает что? То есть она существует уже заранее, это похоть. Или мы приобрели эту похоть? Писание говорит очень просто. До тех пор, пока вам не скажут «не пожелаю», вы что? Но грех берет повод откуда? Откуда берет повод? Из заповедей, из закона. И то, что дано вам для добра, поэтому становится крайне плохим. Потому что оно испорчено. Вами, а не заповеди. Портите вы заповедь света, добра. Ну вы, грех берет повод откуда? От святого, доброго и чистого. Поэтому он грех. Был ли ограничен Люцифер? Да нет, ну как бы. Но он говорит, так, хочу тут быть главным. Гордость. Начались проблемы. Человеку говорят, послушай, дружок, не надо тебе, будет плохо. Умрешь. Он говорит, а почему бы нет? Что мы не сделаем? Кто рождает непослушание? Сама и сама же, в общем-то, должна отвечать. Потому что если бы это была не она, то и не она бы и отвечала. Тогда Бог бы наказал этого змея, гада. А людей сказал, ну вы тут ни при чем. Но кто не послушался? Ну а потом заодно, извините меня, и Адам. Нет. Вопрос не по адресу. Кто устанавливает, то есть может ли человек родить, ну, как это, устав зла? То есть, допустим, непослушание Богу зло, а если человек установил правила, непослушание... Непослушание человеку рождает зло или непослушание только Богу рождает зло? Ну, простой пример. Вот, допустим, Ребе говорит, гитару не трогать. Угу. Взявший гитару, сотворил зло? А как вы думаете? Ваш ответ. А как вы думаете? Я ж не вас всех спрашивал. Как вы думаете? Нет. Я думаю, что вы не правы. Почему? По одной простой причине. Вы нарушили запрет. Хорошо, уменьшим вопрос. Допустим, Света говорит, не трогать гитару. Она имеет власть, так говорит. А, то есть у имеющая власть. Понял. То есть, если вы говорите о человеке, имеющем определенную власть, то, опять, закон, он предполагает последствия за нарушение. Это закон. То есть, другими словами, есть тот, кому принадлежит эта вещь, и тот, кто имеет власть над этой вещью. И он говорит, не просто не трогает, но он говорит и последствия, которые наступят после того, как вы это сделаете. Даже не хотя это. А какая разница? Ну, послушайте, есть последствия. Еще раз, мы определили закон, у нас есть рабочее понятие, да? Запрет. Свобода выбора и последствия. Тогда это у нас называется как? Закон. Законы могут рождать абсолютно, в общем-то, различные личности. Да? Есть божественные законы. Да? Есть законы в моей семье. Кто их рождает? Я. Да, я. Если мы говорим о общине,
Если мы говорим об общине, это ваша община, но есть раввин, поставленный в этой общине, который устанавливает законы, потому что он является властью в этой общине. То есть, понятно, да? Да. А вот, а что, если нарушаешь закон для добра? И что? Есть последствия за нарушение? Они оговорены? Ну. Еще раз. Если закон, то есть последствия. Ну, еще раз. Я о чем? Есть две вещи. Есть запрет и последствия нарушения. Если вы нарушаете, то наступает что? Последствия. Последствия. И причем это принимает решение тот, кто установил закон, а не вы. Здесь нужно все поставить на свои места. Есть творец и есть творение. Есть законодатель и те, кто находится под законом. Те, кто его должны исполнять. Зачастую мы, исполняющие закон, решаем, как должен поступить тот, кто его издал. Ну вот я об этом уже. Как мы все знаем, что раввины много чего придумали к закону. Имеют ли они право? Я задаю вопрос. Имеют ли они право? Нет. Тогда легитимны их законы или нет? Нет. Обязательны они к исполнению или нет? Нет. Почему? Раввины узурпировали... Я объясняю вам простую вещь. Раввины узурпировали право, которое им не принадлежит. Они... Давайте не будем спорить. Давайте я закончу свою мысль. Если вы находитесь в той общине, то вы автоматически принимаете на себя обязательство исполнять правила той общины. Правильно, так вы же с этим согласились. Я как еврей, я говорю, извините меня, кто вам сказал, что вы имеете право? Я достаточно хорошо читаю книжки и понимаю, что даже с точки зрения их постановлений, большинство из них нелегитимны. Они могут приниматься только Сангедрином в Иерусалиме. А если они приняты не Сангедрином в Иерусалиме, то легитимны они или нет? А большинство этих постановлений принято где? В Галуте. Все, какие вопросы, ребята, о чем вы говорите? Я еще не открываю Писание, потому что если мы открываем Писание, считать что-либо чистым или нечистым, кто мог? Священник. Священник, не раввин. Священник, любой священник, он... Объявлял чистым или нечистым прокаженным кто? Первосвященник? Кто был рассеян по всему Израилю для того, чтобы определять, что есть чистое, что нечистое, что праздничное, что будничное? Священник. Кто на сегодняшний день посажен в этом мире для того, чтобы быть светом и солью? Столпом и утверждением истины. Церковь. Извините меня. Церковь, столб утверждения истины на сегодняшний момент, и все верующие Нового Завета, они священники. И поставлены на то, чтобы отличать чистое от нечистого, праздничное от будничное, святого от несвятого. То есть изначально то, что Бог поставил евреев, он отменил, теперь поставил всех. Вы плохо читали. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, 2 главу, 9 стих. Да. И если вы откроете параллельное место, которое вот в этой Библии параллельным должно быть, 19 глава Исхода, 6 стих. Что написано? 19 Исхода, 6 стих. Я не буду вас сейчас долго мучить. Там написано, что вы будете у меня царством священников. Не царственным священством, а царством священников. Здесь не совсем корректная цитата вот этого места. Понятно, да? Вы будете у меня царством священников, народом святым, взятым Богом в удел. Переворачиваем сюда, теперь читаем то же самое здесь. Вы будете кем? Царством священников.
Ну, еще раз, 19 глава. Там вот, и потом вот это будет читать. Вы будете царством священников. Любой верующий Нового Завета, вне зависимости от того, мальчик он или, извините, девочка, может быть священником. Раньше для того, чтобы быть священником, нужно было а. быть мальчиком, б. без порока, родиться в роду Левия, в колене Левия, в роду Аарона. И тогда может быть. Иначе нет. Иначе вы можете иметь любое откровение, любое понимание, стремление и желание, но до свидания. На сегодняшний день, находясь в Новом Завете, план Бога исполнился. План Бога, который был где, извините меня? Он говорит, хочу, чтобы мой народ был народом каким? Священников, чтобы он был царством священников. Все люди, которые мои, они должны быть кем? Священниками для всех народов земли. В Новом Завете это исполнилось? Да, исполнилось. Что-то поменялось, извините меня? То есть это всем? Всем, кто стал его народом. Что, в чем проблема? Еще раз. Хорошо, ладно, окей, давайте по-другому. Я понял, в чем проблема. Скажите мне, пожалуйста, поднимите руку, кто здесь природный еврей? Угу. Ну хорошо, вы считаете себя кем? Хорошо, ну поднимите руку, не бойтесь. Все. Давайте уже не будем торговаться. У нас есть некоторые люди, которые не подняли руки. Вы хоть подняли. Ну, что вы начинаете? Вы, я так понял, руки не подняли. Хорошо. Я просто задам еще пару вопросов, а потом повторюсь. Вернусь к тому же вопросу, с которого я начинал. Скажите, пожалуйста, Руфь, она была по национальности кто? А, то есть не еврейка. А вошла, извините меня, куда? В родословие Господа нашего Иисуса Христа. Ага. А на каком основании? Ага. Не, она стала просто одной родословной. Ну, она стала. Она физически вошла. Она, да, она физически реально вошла в родословие. Вы же помните, что раввины даже по маме передают национальность. Да? Им национальность была передана, извините меня, по Руфе, которая была кем у нас? И формула была достаточно простая, если мне не изменяет память. Твой Бог будет, а твой народ будет. Скажите, пожалуйста, Бог Авраама, Ицхака и Якова случайно не ваш Бог? Да, хорошо. А евреи для вас чужие? Хорошо. Кто вы после этого? А что ж вы руку не поднимали? Да про нас, родимых, про нас. Да. Те, которые приняли Бога Авраама, Ицхака и Якова, и евреев считают своим народом. Ну, про нас это. Те, которые приняли Иешуа Мессию, искупленные, стали царством священников. Все, хорошо. Поздравляю. Вы оказались евреем. Все. Сейчас, давайте мы закончим. Еще какие-то вопросы по теме есть? Ну, там по еврейству, может быть, у кого-то. Кто тут еврей? А, опять, да, все. Так, вопрос. Я попал в правильное место. Так что говорит тогда евреям, которые по крови евреи? И что им говорить? Что они уже такие, да. Как вам объяснить? Это, если по существу... Сейчас, я понял, окей. По существу все достаточно просто. Надо открыть вторую главу послания к Ефесянам и разбирать. Но у нас уже время подходит к концу. И вам, как домашнее задание, будет разобраться во второй главе послания к Ефесянам.
Тут написано следующее. Итак, помните, я читаю с 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые их руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, опять-таки, видите, все по теме заветов, обетования, не завета, а завету, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали какими? Кому? Народу. Да-да, вот как-то так. К народу. И он разрушил стоящую посреди них преграду. И нам нужно понимать следующую вещь, что раньше было две категории населения на планете Земля. Были евреи и все остальные. А в Новом Завете все стало немножко сложнее. Есть евреи, принявшие Мессию, евреи, не принявшие Мессию, язычники, принявшие Мессию, язычники. Ну вот разберитесь, о ком там идет речь. Тогда все станет на свои места и появятся ответы на вопросы. Перевод правильный? Все хорошо с переводом. Послушайте, последнее, куда надо смотреть, это в перевод, поверьте мне.